Всем доброго времени суток. Сегодняшний обзор на канале RetroMod 58 будет посвящен капсуле времени. Не побоюсь этого слова, очень сильно сюда подходит. Лодочный мотор прибой 1970 года выпуска, абсолютно новый. Сохранение, по сути, достал первый раз. Его сейчас вытащил из гаража. Завтра у меня образовался человек, который хочет его приобрести. Мне его надо отправить транспортной компании. Вот сейчас вытащил, все тут осмотреть, что и как упаковать. Крышку закручу саморезами, чтобы ничего не пропало и ничего не повредилось. Вот решил записать видео. Кому-то может быть интересно, кто-то вспомнит свой такой, когда-то, может быть, использовался. Не всегда же у нас можно было купить Yamaha и прочие современные. Много людей мудохались вот с этими прибоями, ветерками и тому подобными. Как выяснилось, контактное зажигание на двигателе, на этом двухцилиндровый. Я не знаю, какой у него объем, но два цилиндра. Он, как я выяснил, пятерка, 5 лошадиных сил. Пломбочки, интересный воздушный фильтр. Но я как бы от лодочных моторов далек. Судя по всему, на воде пыли нет. Вот такой вот просто карбюратор и отверстие на забор воздуха. Это запуск на холодную. Кнопочка стоп-двигатель. Это, как я понимаю, разъем на освещение. Здесь на рукоятке пуск, малый ход, полный ход. И все это приводит в движение вот здесь такую вот систему. Вот она убавляет газ, и тем временем еще опережение зажигания. Да причем как намного она его опережает. Прибавляется газ, открывается заслонка, и зажигание уходит угол. Ну, так задумано, так работало. Здесь шланг топливный с разъемами, быстросъемами, вот с такими. Вертушок. Набор инструментов, документы, топливный бак. Такое вот хозяйство. 70-й год выпуска двигателя. Новенький, напишите кто-нибудь, кто в курсе, какой объем двигатель-то. Просто два цилиндра при таких небольших габаритах. Не знаю, сколько здесь. 150 кубов, 100 кубов. Я думаю, немного. Вот такое вот хозяйство. В родном, соответственно, в оригинальном ящике. Не бросать, не кантовать. На этом буду этот обзорчик заканчивать. Может, кому-то было интересно. Всем пока, до новых встреч.